Всем привет, с вами Алина Гросова, и я отвечу на ваш блиц. Чего бы вы никогда не сделали в жизни? Никогда не говори никогда, поэтому не могу ответить на этот вопрос. Наверное, что-то прям совсем ужасное я бы точно не сделала. Так, 5 исполнителей, которые всегда в вашем плейлисте. Как такового нет, потому что я меломан, который слушает в основном песни, а потом уже исполнители. И мы живем в век именно песен. К сожалению, не часто один артист может выдать аж 2 хита. Поэтому ты слушаешь именно хиты, а уже потом замечаешь, так, у кого больше всего их, и вот именно этот исполнитель тебе больше всего нравится. Сколько времени вам нужно, чтобы собраться утром? Абсолютно по-разному. Это может быть от получаса до 2 часов железно. В зависимости от серьезности мероприятия и от того, что будет в следующий день. Так, топ-3 сериала, которые должна посмотреть каждая девушка. «Друзья», «Сплетница» и «Почему женщины убивают». Какие вредные привычки у вас есть? У меня есть только безвредные привычки. Как научиться красиво флиртовать? 2-3 правила. Мне кажется, что, опять же, правил в этом нет. Главное оставаться собой и быть абсолютно органичным. Потому что если ты начинаешь флиртовать не от себя, а у тебя это как бы не совсем в твоей природе, то лучше так не делать. Поэтому будьте собой, будьте уверенным в себе. Это самое крутое начало к тому, чтобы пробовать флиртовать.